29 мая. Взорвали только что наши ополченцы вертолет. Червоний Молочар. Ну, по времени не знаю, наверное, около часа сейчас. Уже сам взрыв заснять не успела, столько сами последствия. Сейчас, в данный момент, там идет бой между нашими и украинской армией. Вот я вам что говорю, что здесь стоять опасно. Здесь опасно стоять.